Бог пожаловать в Чеченскую Республику. Мы очень внимательно относимся к любым вопросам, которые связаны с поддержкой детей инвалидов. Накануне у нас прошла благотворительная акция «Мир особенных детей». Детский реабилитационный центр Республики получили дорогостоящее медицинское оборудование, более 1000 единиц необходимого инвентаря. Надеюсь, работа форума по вопросам модернизации образования для детей инвалидов, который проходит у нас, несет достойный вклад в это направление. С 2014 года наша республика участвует в проекте по внедрению лучших практик национального рейтинга состояния инвестиционного климата субъектов Российской Федерации. Благодаря работе региональной команды в этом проекте итогом 2021 года Чеченская Республика заняла 13 место. Уверен, что мы и дальше продолжим успешно участвовать в реализации идей и проектов агентства. Уважаемый Рамзан Ахматович, спасибо вам большое за ваше гостеприимство. Очень отрадно, несмотря на то, что республика в обоих рейтингах занимает лидирующие позиции, входит в топ-20 лучших регионов страны. Вы не останавливаетесь на достигнутом. Спасибо вам огромное, что поддержали инициативу о проведении Всероссийского форума по инклюзивному образованию для детей. У нас завтра открывается пленарная часть форума. Сюда приезжают больше 100 экспертов в области инклюзивного образования. Мы завтра имеем возможность познакомиться с лучшими практиками Чеченской Республики. По качеству жизни мы планируем также представить результаты рейтинга президента Российской Федерации. И здесь у нас тоже очень много направлений, о которых мы с вами договорились. Это вот начиная с поддержки незащищенных категорий граждан, оказания комплексной поддержки участников специальной военной операции, поддержки семей. Я знаю, как вы много уделяете этому внимания и много делаете. Поэтому здесь тоже мы готовы к совместному сотрудничеству. Хочу сообщить, Мухаммад Рамзанов, который отделил «Мир особенных детей» акции благотворительных. В рамках этой акции на десятки миллионов оказывается дорогостоящая помощь именно детям с особыми возможностями здоровья. Системная работа по поддержке оказания помощи детям инвалидам оказывается оригинальным общественным фондом во главе Саймани Кадыров. Работа делается не только по Чеченской Республике, но и по всей России. Так, Рамзан Ахматович, те ведомства и министерства, которые были задействованы в этой работе, они встречались на площадке агентства стратегических инициатив, обсудили все направления, составили новую дорожную карту по улучшению показателей Чеченской Республики в общефедеральном рейтинге по исполнению ваших поручений. Все услуги созданы. Все это находится на личном контроле Рамзана Ахматовича Кадырова, граждан ребенок. Непосредственно даже если в бюджете нет таких возможностей, нам на помощь приходит региональный общественный фонд имени Ахмад Хаджи Кадырова. Помощь оказывается постоянно, внимание тоже постоянно. Уважаемый Рамзан Ахматович, спасибо вам большое.